Макаров, Вести. Идея Польши направить миротворцев НАТО на запад Украины может быть связана с желанием Варшавы взять эти территории под свой контроль. Об этом сегодня рассказал Сергей Лавров, выступая перед участниками конкурса «Лидеры России». Участие в этом этапе принимают 70 иностранцев, каждый из которых стал лучшим из 10 тысяч претендентов из 150 государств. Ну а главный приз, кстати, гражданство России. Так вот, обращаясь к ним, глава российского МИДа рассказал о том, почему на переговорах Москвы и Киева до сих пор не достигнут результат. Постоянно чувствуется, что украинскую делегацию держат за руку, скорее всего, американцы, не позволяя соглашаться на те требования, которые я считаю абсолютно минимальными. Но, тем не менее, процесс идет. Продолжаем мы, конечно, быть открытыми и к сотрудничеству с любыми странами, включая западные. Хотя в условиях, когда Запад так себя повел, мы не собираемся выступать с какими-то инициативами. Посмотрим, как они будут выходить из того тупика, в который они себя загнали, из тупика, в который они загнали свои так называемые ценности, свои принципы свободного рынка, неприкосновенности частной собственности, презумпции невиновности. Все это растоптано. Уже более 2 миллионов 700 тысяч человек выразили желание эвакуироваться.